Всем привет, дорогие друзья, и хорошо вам настроение. С вами Рэй, и мы продолжаем играть в игру Sega Герои. Так, я восстановил свой аккаунт, у меня 8-й сейчас уровень. Давайте открывать сундук и смотреть, что нам выпадет. Так, 40 энергии, 1000 золота и крем чиз. Ага, еще две карточки, мы сможем его призвать. Так, давайте заберем здесь реворд. В достижениях все пока чисто. Так, ну что, ребятули, отправляемся. А, нет, погоди, секунду, что у нас тут? Что мне тут показывают? Так, здесь мы не можем ничего взять. Не можем, ага. Готов бесплатный сундук, еще один. Так, 2000 голды. Янтарный флакон 5 штук. И Рольф. Ага, понятненько. Так, 300, да? Лучший сундук, 300. Ну, у нас этого нету, добра. Так, и мы можем с вами... Ага, улучшить кого-то, да? Или что? Подожди секунду. Ага, нет, я лучше сделаю это улучшение. Да-да. Своей Блейз. Так, у нее там Блейз Фильник врывается в бой, чтобы нанести удар с переворотом. Так, нанести 145 физического урона. Комбо, если у цели есть кровотечение, снимает кровотечение за бонусный урон. То есть 162 станет, да? Максимальная, ребят, 99800. Офигеть, физического урона, ты представляешь? Ладно, улучшили. Так, вот этот вот парнишка, ребята, крутой. Я вам сразу скажу, очень крутой. Ну что же, а нам пора с вами немножечко побуянить. Погоди-ка секунду. Получи реагенты навыков. 6 часов 59 минут. Я не помню. Ага, я здесь не был. В этом испытании я не был. Поехали, я хочу посмотреть, ребята, что у нас тут будет. Но я знаю, что ничего легкого и простенького здесь не будет. Погнали. Так, надо все делать сосредоточенно. Подожди, нам нужно уничтожить, ребята, ниндзю в первую очередь. Крабика-то мы с вами забомбим, успеем. Но нам нужно именно ниндзю. У него очень офигенный дамаг. Ох, тут еще и 4 волны. Ого. И в конце, наверное, будет, как всегда, босс нас поджидать, да? Обычно это все делается так. Подожди секунду. Давай, наверное, вот так сделаем. Да что ж такое-то, не минусуем. Да, а как у него там здоровье-то возвращается, не понял я. Так, секунду. Погоди, не то я делаю, вот. Да как же он себе здоровье-то там повышает, я не понимаю я. Есть, накрыли мы его. Продолжаем разговор. Крабика этого. Слушай, кто-то их хиляет. Или они сами хиляются, или кто-то их хиляет. Барбариха, успокойся. Так, ну вот этот, ребята, чувак, он крутой. Он самый живучий, у него здоровье, как я не знаю у кого, но... Один-то он, конечно, здесь... Мало чего... Блин, ты посмотри, у них здоровье, ребята, повышается и все, и хоть ты тресни. Хм. Давай так сделаем. Ты посмотри, я бью, и у них прибавляется. А если я вот так вот попробую оглушить? Ага. И вот так вот сделать. Почикали. Смотрите, у них, видите, ребята, идет хил. Там даже вот нарисованы значки хила. То есть они сами себя лечат. Получается так. Ну что же, ладно. Добили. Молодцы, красавцы вы мои. Так, это только, ребята, первая волна. Еще 3 впереди. Так, смотрим. Давай вот так вот сделаем. И вот так. Не будем давать им спуску. Джеб. Фиг тебе, а не джеб. На. Добили охламона. Переходим на вторую волну. Тут уже 2 ниндзи. И нам нужно все это сделать четко и быстро. Так, поехали. А, здесь у них нет хила. Отлично, здесь можно их так бомбить. Замечательно, давай второго ниндзю. Ух, вот, ребята, кто-то вешает хил. По-моему, Барбариан сейчас сходил и активировал вот эту вот ерунду на хил. Так, слушай, я не знаю, давай вот так попробуем. Теперь вот так. А если я вот так сделаю? Сразу, с удара, замечательно. Так, теперь давай, наверное... Грози я.
Так, у него там что, очищает команду грозей, команда получает регенерацию. Вот, ребята, на 3 хода. Именно она и вешала регенерацию. Ну что же, я могу сказать, что ей, наверное, будет хана сейчас. Я на это очень сильно надеюсь, что мы ее все-таки пробили, отлично. Теперь нам нужно вот эту вот осу бомбануть. Я думаю, никаких проблем с этим не будет абсолютно. Да иди ты в пень. Также не забываем, ребят, вот это. Это нам нужно, у нас максимальная будет атака. Без нее будет тяжко. Третья волна, смотрим, кто здесь. Ага. Начнем, пожалуй-ка, с ниндзи. Начнем, пожалуй-ка, мы с ниндзи. Есть, минусанули. Так, вот ее бы, конечно, нам грозию эту в первую очередь бы шваркнуть, чтобы она не успела. Да, с ударом ее положили. Она просто регенерацию вешает. Ну, вы сами прекрасно это видели. Так, усилимся маленечко. Так, максималка у нас тут стоит. Ага, краб повесил защиту. Ну, хорошо, гаденыш. Минус крабик. Ха. И давайте, наверное, вот так вот сделаем. Бум, с удара. Последняя, четвертая волна, ребята. Нам нужно здесь... Я думаю, что все-таки грозия. Вот я не знаю, что вот означают эти короны, но ничего хорошему это не сулит. Давай вот так, наверное, сделаем. Отлично. А теперь аксом. И попробуем... Нет, мы знаешь, что с тобой сделаем? Просто добьем ее. Так, эти очухались, ну, якобы. Ну-ка, попробуем. А эти не пробили. И надо кем-то ударить. Вот, акс. Минус ниндзя, отлично. Остались только удар по коленкам. Гады делают. Ладно, а мы вот так вот. И... Блейзом. Блин, не получилось. Слушай, давай вот так вот сделаем. Ага, и вот так. Минусанули, отлично. Гаденыш. Скользит мне здесь, а. Да, ребята, мы с вами здесь победили и получили довольно неплохую награду. Вот что я могу сказать. Но обычно на втором этапе очень и очень сложно для меня. О, нифига себе, кручу-верчу. Что это за чувак такой? Хе-хе. 3000, и ты можешь его получить. Офигеть, ребят. Что за... Откуда они такие ценники берут? И мы получаем с вами 9 уровень. И у нас разблокирована арена. Вот это уже хорошо. Арена уже доступна. Спасибо. Давайте посмотрим, что это такое арена. Сражайся с другими игроками на арене, чтобы получить призы. Вау! Это круто, я могу сказать вам. И мы с вами пойдем, наверное, подеремся маленечко, да? Практически все одинаковые. Смотри. Практически все одинаковые. Ну, тут 9 уровень. Ну-ка, попробуем. 176. Практически все равные. Давай рискнем, ребят. ПВП у нас здесь. И я думаю, что нам нужно... Давай с Блейза начнем, наверное. Так, погнали. Так, вот это вот опасно, ребята, когда такая штука появляется. Это антиудар. Секунду, давай так вот. Оу-оу-оу-оу, тихо. Это он ходит, и это я, якобы. Так, давай мы вот так вот сделаем. И... блин. Ой-ой-ой-ой-ой-ой, как больно. Ребят, аксу почти хана. Представляешь, как меня быстро ушатал? А почему я не могу... Что у него там внизу такое? Ты посмотри, что делать, а, гаденыш. Ну-ка, давай так. Я не могу, у меня уже акс отдыхает. Вовсю. А что ты ничего не... Так, ну-ка, давай мы так же... Пипец! Пипец, я могу сказать вам. О-оу, о-оу. Разошелся-то, посмотри. Так, зеленый, зеленый, кто у меня? У меня зеленый, понял, давай. Только сейчас убил, блин, а у меня, ребята, уже... Блин, надо было вот здесь вот сделать, что я...
Москва. Ну и дальше что? Дальше-то что? Что нам сделать? Здесь соединять красный? Ну, как вариант. Так, поехали. Так, здесь вот так сделаем. Далее. Давай подумаем. Давай вначале вот так вот оглушим нафиг все-таки. На всякий случай. И давай сюда, хорошо. Подожди, а почему это он-то ходит? С какого вдруг, блин, перепуга он-то ходит? О, прекрасно получилось. Сейчас не очень хорошо для меня, по крайней мере. Слушай, ну это, походу, действительно, ребята, реальные игроки. Это не какие-то там замухрыхи. Так, давай так сделаем. Так, у него Акс остался и вот этот вот Громотей здоровый. Громозека, да? Аксом это бесполезно, ребята. Сюда, в принципе, тоже бесполезно ставить. В данный момент у меня работают только желтые. Желтые эти. Ну, давай так сделаем. Ага. Погнали сюда. Так, у меня ежик, да? Рисанулся. И он хочет ее бомбануть, а, гад? Что же вытворяешь ты, Ирод? На! А если я так же? Блин, меня оглушили, ребят. Оглушение на два хода, по-моему. Так, что я тут могу сделать? Давай так вот сделаем. Опа, неплохо у меня тут. Рисанулись. Так, мы их в стан загнали. Поехали. Мне бы с Саксом разобраться, и будет все... А, мы уже разобрались. Так, зеленый. Зеленый у нас этот. Понятно, это нам... Сейчас ни с руки, ни с ноги. Вот теперь пробей называется вот этого хла... О, он тоже рисанул. Надо ее ликвидировать здесь. Так, скоро суперудар, ребят, накопится. Ага. Три удара, неплохо. Е, положили. Так, желтенький. Давай, атакуем. Атакуем мы. Так, секунду, что бы нам тут предпринять? Наверное, сделаем вначале вот так. Оглушили. И теперь поехали. Сюда. Блин, у него ежик оживился. Значит, надо убирать ежика. Слушай, ну сейчас очень хорошо получилось. Блин, ладно. О-о-о, даже повезло нам, что так сработало. Так, уничтожать надо его. К чертовой бабушке. Серьезно говорю. В стан опять мы его загнали, отлично. И погнали. Так, он все хочет кого-то оживить, но у него вряд ли получится сейчас, в данный момент, в ближайшие секунды. Хотя он очень старый. Ага, Акса мне накрыл. Акса он мне все-таки накрыл. Давай так сделаем. Фу, ребятули! А победушка-то за нами. Ха-ха. Слушай, ну это классно, классно. На самом деле, иди ты в баню. Так, мы с вами достижение. Любитель испытаний. Забираем. Получаем какое-то новое достижение. Любитель испытаний, так называется. Так, и что у нас здесь? А, у нас уровень же был новый. Поэтому мы с вами апаемся. Апаемся конкретно. Так, ну что же, что у нас тут опять показывают? А, еще что-то. Забираем. Ну и пойдемте, опять же, в компашку. Так, в бой. Ну, я вам скажу, что в компании, ребят, тоже не сладко, особенно вот на этих уровнях.
на которых я в данный момент нахожусь. Две волны. Смотрим. Вот это вот, как ее сказать-то, гусеничка делает, ребята, провокацию. Поэтому нам нужно как-то, я не знаю, ниндзю убрать. Вот, вот сейчас будет провокация. Видите? Это она дразнит, якобы. И за счет вот этой дразнилки у нее срабатывает провокация. А вот эти вот осы тут начнут сейчас из-под тишка бомбить. И это будет плохо. Так, ну что бы нам здесь делать? Ну, давай, наверное, давай вот так вот. Блин, это улитка, хотел сказать. Это гусеница, мало того, что она еще и очень такая жирная. Ее не так легко пробить, понимаешь? Так, давай. Блин, нифига не получилось. Ну, а так? Так, в принципе, нам... Вот ниндзя. Блин, ниндзя открытый, надо его уничтожать. Погнали по максималке бомбить. А если так? Слушай, и надо его добивать обязательно. Иначе, ребята, Блейз уничтожат просто-напросто сейчас. Блин, они уже ее подбили. Гады. Опять это, блин, сороконожка взяла на себя провокацию. Опять она взяла на себя провокацию. Крепко еще к тому же. Прям невозможно. По-моему, сейчас сглупил. Надо было сделать немножко по-другому. У меня было бы 4 хода. Так, все, этой гусенице, ребят, конец. Сейчас мы ее добьем. Вот так вот сделаем. Фух. Так, ну что, этих охламонов сейчас мы быстренько с ними разберемся. Так, секунду. Мне бы еще, конечно, Блейз бы как-то рисануть. Блейз у нас за красненький, да, гемчики открывается. Уклонение, офигеть. У нее уклонение, так. Сейчас, ребята, на Акса сделаем комбу. Еще комба на Акса. Ох, солидно. Так, теперь давай вот так сделаем. Блин, Акса сейчас подобьют мне. Мне это не нужно, мне это не выгодно. Я в этом не заинтересован. Так, 144 минус. Давай. Нам нужно рисануть нашу Блейз. Блин, совсем чуть-чуть не хватает, а? Вот сейчас вот. Она у нас восстановилась. Так, добиваем. И переходим на вторую волну, и здесь у нас... О, нет, ребята, нет, только не это. Я уже с этой вонючкой дрался. Я вам скажу, что это пипец, это боль. Это боль сейчас будет. Как мне ее наказать? У меня нет комбы, ребят, хорошей, представляете? А без комбы хорошей ее не взять. Потому что здесь, видите, две гусеницы, они будут брать провокацию. Ой-ой-ой-ой-ой-ой, как же быть-то мне? Вот, понеслась, как говорится, душа в рай. И сейчас они будут вот с этой... А у нее удар лютый. У нее удар ураганчик. Ну, это я его так назвал. В общем, сейчас вы это, наверное, увидите. Смотри, что она делает. Вот так, по 161 урону наносит она. Плюс эти улитки сейчас будут. Да почему я их называю улитки? Ну, в общем, вы поняли. Буду сейчас тоже атаковать. Вот, вот это вообще офигеть у нее, конечно, удар. Она оглушает и минус 300 здоровья, ребят, 300. Пипец, блин. Ну и, конечно же, крабик добивает, да? Нет, не добил? Так, провокация ушла? Ушла, давайте бомбить. Так, теперь, опа.
И этого было недостаточно. И этого было недостаточно. Вот что самое печальное. Когда у них эта насмешка-то пропадет, а? Она, по-моему, два хода действует. Если я чего-то не путаю. Так. Блин, честно говоря, я не... Вот и все, вот и Акса не стала. Блин, жесть. Так, все. И опять они мне не дают, ребят. Они вот так сейчас и будут с насмешками своими меня тут убивать. То есть пробить я их не могу. Я не знаю, почему они такие здесь мощные. С чего вдруг? Ну, атака по ним, конечно, очень... О, 321 хп отнимает. С одного, ребята, удара. Офигеть. Убивает Блейз. Пипец. Как говорится, как хочешь, так и играй. Пхе, не дают. Вообще не дают ничего сделать. Ну, я тут слился. Это 100% вам говорю. Еще и защиту даже поставили. Офигеть. Блин, все, тут добивает она меня, скорее всего. Я проиграл. Вот, ребята, сколько раз старался. Блин, ну это пипец просто-напросто. Один раз у меня только получилось ее победить. Фу, это сложно. Но я буду пытаться. Я буду пытаться ее убить. И, возможно, если сейчас не проиграю. В общем, я вырежу все неудачные попытки и оставлю только лишь победные. Ну что, ребята, наконец-то она отдуплилась, вы только что это видели. Так, ну что, продолжаем разбираться. Теперь у нас остаются вот эти вот гусеницы, с которыми, я надеюсь, все-таки мы с вами справимся. Хотя они тоже еще те вонючки. Так, кровотечение повесили. Так, давай вот здесь соберем комбу, наверное, да, себе? Даже еще одна будет у нас. Поехали. Так, они, значит... Нет, щит мы пробили. Так, давай Аксом. Замечательно. Так, давай здесь. Одну улитку мы с вами минусанули, и это уже хорошо. Почему я ее называю улиткой, если это гусеница? Все у меня в голове улитка сидит. Так, давай вот так сделаем. А? По красоте. Так, ну естественно, она берет провокацию на себя. Это для нас уже, в принципе, не важно, что она там делает. Сейчас мы будем ее разбирать. Так, давай вот здесь вот. Хорошо, отлично, идем. Так, у нас две максималки уже собрано. Поехали, с ежика начнем. И Блейз. Все, и остается только лишь крабик. Ну, с крабиком нам вообще проще простого разобраться, серьезно вам говорю. Он для нас тут не помеха. Так, давай-ка мы с тобой наберем еще силенок маленечко. Так, Аксом сходим. Ой-ой-ой, как классно получается здесь. Нет, нет, крабик, ты даже не думай, тут свою защиту ставит мне. Мы как-нибудь без нее обойдемся. Так, секунду. Смотрю, ищу комбу на Акса. Так. На нашего громозеку. И последний, наверное, с вами удар. Вот так мы сделаем. Готов, крабик. Сплошные приключения, один из трех, ребята. Прикольно. Так, ну что же, поехали дальше. Посмотрим, что будет нас ожидать впереди. Тут всего лишь одна волна. Ага, начну я, пожалуй, ребята, с ниндзи. Вот такая комба на Акса у нас выпала. Ух, как классно. Давай вот так сделаем на Блейз. Так, секунду. Смотрю. Вот как бы лучше сделать бы? Здесь или здесь? Ха! Ну давай вот так сделаем. А теперь вот так. Ух, замечательно. Так, подожди, улитка, точнее гусеница, ты мне здесь не нужна. Не путай меня. Не нужно ниндзя убить. У него очень, ребята, большой крит, когда он бросает свои кинжалы. Поэтому в первую очередь я уничтожаю ниндзю.
Остальные там так себе. Постольку-поскольку. Так, звездный удар. Все, ниндзя нет. Теперь я спокоен. Относительно спокоен, ребят. Сейчас будем с вами убивать эту гусеницу чертову. Давай так зарядим. Так, что? Ага, вижу комбу. Здесь у нас, ребята, звездная комба есть. Ой-ой-ой-ой-ой, как классно было сейчас. Опачки. Смотри, что нам выпало. Так, ну что, думаю... О, две максималки, поехали. И аксом. Оглушили? Одного оглушили, ладно. Тоже неплохо. Так, сейчас у нас великаша ходит. Бум! Я думал, честно говоря, после такого удара гусеница должна просто разлететься. Но нет, она как-то умудрилась выжить. Так, ну что, давайте крабика теперь будем с вами разбирать, наверное, да? Крабику будет сейчас хана. У нас комба, ребята, есть на акса. И теперь вот так сделаем. Еще так же. Давай наверх, только наверх. Слушай, что-то не то. Может быть, давай максималки свои используем все. Так, первая прошла. Вторая и третья от Соника. Точнее, не от Соника, а от ежика. Давай на акса. Слушай, ну тут какая-то проблема с... именно с комбинациями. Придется так делать. Воу-воу-воу-воу, неплохо выпало. Совсем неплохо. И теперь... Блин, только вот это вот получается, да? Зато вот так вот мы сами делаем. Слушай, какой-то краб сильный, а? Не хочет никак погибать. На! С удара снесли. Нет! А теперь, вот теперь да. Теперь мы его одолели. Ух ты, смотри, ребята, две звезды сейчас соединим. Звездный навык. Ух! Ты видел, как здоровье у него улетает, когда вот звездный навык делаешь? То есть вот сюда же надо ставить, что я делаю-то? Так, ну что, добиваем, наверное, его. Супер своими атаками. И Блейз, нет, не добил его, к сожалению. Ну а так, если... Готов, Охламон. Сплошные приключения. 1000 монет, 15 опыта. Так, это у нас четвертая зона. Тут уже сюрикены какие-то разыгрываются. Ну что ж, поехали в бой, ребят, смотрим. Тут уже две волны. Так, опять у нас панкуши. Ну, поехали. Начнем с вами с панков, да, я думаю. Успокойся со своим мучительным выстрелом. Так, слушай, неплохо идем. Так, это он делает свой удар подсечку, так скажем, да? Ой-ой-ой, ты, а посмотри, на самом деле, как они очень жестко и сильно бомбят. Кстати, это уже не шуточки. Это уже не шуточки вам, ребят. Так, подожди-ка. Давай лучше мы вот этого панка с тобой попробуем еще забомбить. Максималку врубаем. Оглушили, да? Двоих только оглушили. А крабик у нас пока не оглушен. Оп, сразу двоих. Ты понял, что сделали они? Сразу двоих не... мне минусанули. Так, панка как будто здесь и не было. Дальше нам надо разбирать, наверное, ребята, краба. Ты смотри, что делает, а? Как бы нам собрать-то здесь еще всех этих ребят? Оживить обратно. Тут тоже проблема для меня. У меня у амбала-то здоровье не безконечное. Тут-тут-тут-тут-тут-тут. Давай вот так сделаем. Молодец. Молодец, ежик. Забомбила. Это только первая волна. У нас еще вторая будет впереди. Ядрить ее на корень. Давай так сделаем. 30% бонусного урона. Бумс. Вот и ежика мне положили. Так, ну что, амбал, вся надежда, блин, на тебя. Я не знаю, будешь тянуть как хочешь. Другого варианта у нас нету.
По 111, ты представляешь, она наносит урону. Вот это вот оса. Так, Акс, по крайней мере, к нам вернулся. Это уже хорошо. Возможно, сейчас и Блейз вернется скоро. Но это опять же возможно. Как пойдет, не знаю, ребят. Тихо, подожди, не то. Вот так сделаем. Дыч с удара. Так, а здесь у нас... ну, как обычно, да? Гусеничка, крабик, все дела. Давай оглушим. Ага, хорошо, пошло. Пока не в оглушении, ребят, нам нужно с вами... О, Блейз вернулась, отлично, спасибо тебе большое. Ты мне как раз радость моей пригодишься. Так, это берет провокацию на себя. И это плохо для меня, что она взяла для себя провокацию. Так, давай так вот попробуем. Мне бы, конечно, убить бы панка в первую очередь надо бы, по большому счету. С улиткой мы разберемся потом, попозже. Ты посмотри, как панк бомбит. Это что-то вообще нереальное какое-то. Что это за дела? У них еще и защита, блин. Ага, все, ребят. Ну, сами прекрасно видите, что тут происходит. Никакой, блин, справедливости вообще. Е, разрубил я нафиг ту чертову гусеницу. И теперь нам нужно как-то, блин, сосредоточенно валить панкушу. А у меня нет комбинации для панка. Ой, для панка. Для моего амбала. А у него здоровья мало. Ой, как мало. Ёкалэмэнэ. Ты посмотри, что тут происходит. Они меня сейчас разберут. Они меня сейчас разберут. Да. Все, сейчас будет ху... Оух. Ёжик, это, конечно, хорошо, что ко мне вернулась, но... Я думаю, в данный момент это как-то не очень спасительно, если так это можно назвать. Вот и амбала ушатали. Вот, ребята, и ушатали мне амбала. Все, тут, по ходу дела, мне звездец приснился. Мне, по ходу, тут приснился звездец. То есть буквально они походу сделают сейчас, да, и все. Сейчас у них будет ход, ребята. И они, естественно, ежика завалят. Все против меня здесь сделано. Вообще все. Убивают. Хорошо, ребята, будем переигрывать. Будем обязательно переигрывать. Это все, знаете, из-за чего? Я вам говорил, что вначале все будет легко, потом будет все... Это все вот эти вот панки. У них, ребята, вы видели, они 13 уровня. 13-го. Откуда? Как? Я 10-го, они 13-го. Офигеть, да? Вот, ребята, вам и весь, как говорится, дисбаланс. Давай так сделаем. Ух, хорошо, сейчас пригрели. А если вот так вот? Нормулю. Если вот панка сразу уничтожать, ребят... Чтобы он не делал свой подкат. Это вообще шикарно получается. Ты смотри. Смотри, что у нас получается. Оп. А он со своего подката, ты видел, сколько отнимает здоровья? Я просто в шоке. Надо поэтому в первую очередь их уничтожать. Эти мухи там и всякая ерунда, это для нас... Так, семечки. Вот самая настоящая угроза. Как быть? Давай так. Уничтожили. Все, теперь вот разбираем этих олухов. И может быть у нас все получится здесь. Поехали. Поехали. Так. Хотя они тоже бомбят. Так, не особо слабенько, если честно. Давай камбу. На! Акса, по-моему, сейчас они хотят, ребята, уничтожить мне Акса. У них все это может получиться в легкую. Блин, почему у нее такое зверское уклонение, а? Вот у этой осы. В кого бомбит? Конечно же, Вакса. Конечно же, Вакса. Кого еще может она, а? Нам надо его, ребят, как-то реанимировать успеть. До второй волны, я имею в виду. До второй волны. Не знаю, получится или нет. Надо постараться.
кого? Блин, потихоньку-потихоньку и бомбит, бомбит, бомбит. Без остановки, а? Есть, подбили. Так, ну у нас тут трое. В первую очередь, ребята, панка. Панкушу нужно ликвидировать просто-напросто, сразу же. Желательно самыми мощными ударами, которые у нас только есть. Ох, какой он живучий гад. На Акса нету смысла, да, я думаю? Давай так сделаем. О, комбо на Блейз. Е, вот это ты молодец, Блейз. Вот это ты по красоте сейчас сделала. Молодец, спасибо тебе большое, что у тебя так вот комбо выпало. Так, ну что, теперь наш здоровяк займется этими малютками. Насмешку он делает, да, значит? Насмешку. Теперь, я думаю, можно и Акса потихонечку, наверное, восстановить. Он нам здесь пригодится. Так, давай сделаем вот здесь вот. Так, секунду. Ну, с насмешкой со своей пускай, ребят, пускай. Нравится издеваться, пускай издевается. Так. Двойная комба вышла. Вот так вот. Ну, что ты там свою червоточину делаешь? Сейчас ведь доиграешься у меня. На, ах ты. Броня была. Не помогла, пробили. И теперь у нас маленький никудышный крабик, который, ребят, естественно, сейчас получит своих достойных люлей. Смотри-ка, он, гад, защиту делает себе. Угу. По теме все выходит. Смотрите, выпадает просто по шоколаду. Так, мы с вами... Сейчас, секунду, секунду. Ищу, ребята, на Блейза, которого нету. Блейз, когда ж ты... Ой, Блейз. Акс, когда ж ты вернешься, а? Тут краб нас бомбит, издевается над нами. Давай, комбу. Звездную. Тынц! Выжил-то. Смотри-ка, мерзавец. А мы сейчас вот так вот сделаем, смотрите. А, ничего не надо было. Победа за нами, ребят. И получаем с вами один сюрикенчик. Ух ты, а это, видимо, какой-то босс у нас будет, да? Кто это такой? Гам. Гам. Или босс, или мы будем на нее сейчас осколки с вами находить. Что нам тут доступно? Забираем, конечно же, все это дело. Ну что ж, давай посмотрим. Посмотрим, что это за гам. Так, погоди. Да погоди ты. Мне нужно в основную сюжетку. Что вы мне делаете? Так, подожди, я что-то не понял. А, ну вот, елки-палки, потерялся уже. Ну что, поехали, посмотрим. Мы с вами 9 уровня. У нас не так уж много здоровья. И тут три волны, елки-палки, три волны. Ну что, начнем, пожалуй, мы с ОС. Начнем, пожалуй, с ОС. Так, понеслась, пошла жара. Ага, начали с ОС, но... Я боюсь, что на третьей волне у нас будет какой-нибудь, блин, опять... Босс из-под тишка, как говорится. Воу. Так, крабик бесявый. Начинаем дальше бомбить ОС. У них уклонение, вот это меня раздражает, вот серьезно говорю. Через уклонение, то есть один удар, как минимум, мы с вами промахиваемся, по любасику, как ни крути. Еще этот со своей насмешкой дебильной. Так, что, может быть, бомбанем по максималке? Кровотечение повесили, но этого недостаточно. Для нас этого недостаточно. Хотя, в принципе, сейчас, ребята, улитки... Что ты будешь делать с этой улиткой? Не улитка, а... Гусеница, многоножка, как хотите. Но не улитка она, не улитка. Так, мы с вами уже до крабика добрались, да? Ну что ж, крабик это тоже хорошо. Давайте его разбирать. Максимальными ударами. Отлично, отдуплился. Так, поехали. Комба. Вот это вот столбик, ребят, фиолетовый, это показатель нашей силы. Ну, если кто-то еще не понял. То есть, чем он больше, тем мы сильнее с вами становимся. Ух ты, смотри. Давай так вот. Уклонение, да как ты мог, мразь, уклониться, а? Прикокошили.
Так, что у нас тут? Блин, практически то же самое, что и было. Та же самая группа. Давай вот так с тобой сделаем. Как можно быстрее их уничтожим всех. Ага. Осу уничтожили. Теперь давай попробуем успеть крабика бомбануть. Очнулись, да? Очнулись архаровцы. Так, не нравится мне это все. Во, Накса. Слушай, я же хотел крабика. Не посмотрел, что провокация пропала. Блин, они вот этот вот двойной свой выстрел бесявый. И плюс у них, вот видите, они щит вот этот делают. У меня такой щит делает Аяй. Ну, это обезьянка, если вы помните по первому выпуску. Но я вам скажу, этот щит, который он делает, очень быстро пробивается. Поэтому я как бы отказался от обезьянки и взял вот этого вот амбала. Так, что же делает-то нам здесь, а? Давай Аксом будем. Так, погоди, нам нужно вот так сделать. Нам осталось совсем немножко до двух комбинаций от Акса. Как тебя величать-то? Братишка, я вот не помню, как его величать. Так, неужели только вот это вот? Да, только так вот получается у нас. Воу-воу-воу, вот это классно сейчас было. Так, максималка накопилась, надеюсь, не погибнет. Нет, не погибло, давай. Черт подери, в щит все ушло. Минус. Отлично, это только лишь, я смотрю, ребята, у нас вторая волна, да? Всего лишь навсего. То есть самое интересное еще будет впереди. То есть на третьей, последней волне. Нафиг я так делал? Надо вот этого краба было уничтожить и все. Сейчас, ребята, сейчас мы это все дело исправим. Давай так вот сделаем. Так, минус крабик. Мне нужно как-то еще Блейз вернуть. Ну, попытаться, хотя... Я боюсь, я не успею. Но, тем не менее, у нас четвертый уровень силы. И это, кстати, тоже неплохо. Это неплохой, ребят, показатель. Так, ну давай так сделаем. Надо Блейз возвращать. Желательно быстрее. Мы пока можем возвращать, мы можем, ребят, с вами тут немножко и отдуплиться с Лиганцушки. Если задержимся еще немножко. Так что надо поспешать. Надеюсь, тут не будет никакого босса. О, ребята, ну это пипец. Вот этот вот Ханорик делает очень противные вещи. А именно он выпускает ракеты. Он выпускает ракеты, которые наносят очень большой урон. Поэтому как его хочется уничтожить как можно быстрее. Я не знаю, получится у нас это или нет. Слушай, ну пол здоровья мы уже отняли, но этого мало. Этого очень мало. Сейчас начнется веселуха. Смотри, что делает. Смотри, что делает, а? Чебурек, блин. Вот как мне быть тут, а? Просто в безвыходку меня ставит. Воу-воу-воу-воу. Потише, парень. Вот они эти. По 300, ребят, наносит каждая ракета урона. По 300. Ух. Давай так сделаем. Боюсь, наверное, ребят, мы тут проиграем. Пипец какой-то. Че он вытворяет, а? Со всех, ребята, со всех сторон атака идет. Причем безумнейшая, просто-напросто. Не знаю. Не хватило мне, ребята, силенок его пробить. Ну, я попробую переиграть. Неужели, ребята, неужели я его подбил, этого... Ух, говнюка босса. Наконец-то получилось. Ну что же, дальше разбираем ОС.
Не стоит, как говорится, расслабляться, но у нас, по крайней мере, вернулся Акс. Это уже плюс. Причем довольно неплохой плюсик. Так. Опять тут, как всегда, куча всего, ребята, у нас. Не знаю. О! Отлично, тут расправились. Как вот здесь вот быть, не знаю. Не хотелось бы. Давай вот так вот, наверное, мы с вами сделаем. Вот так. В стан загнали. Ну, этого пока маловато. Слушай, что же сделать? Давай так попробуем. Дыдыш. Очень ужасно, ребят, бомбит это все. И они все время вот эту вот фигню свою делают. Смотрите, видите? Так, здесь мы с вами справились. Отлично. Так. Кто у меня? Акс живой, да? И Амбал. Поехали тогда. Минус. Ну что, осталась у нас одна лишь оса. Главное сейчас тут не лопухнуться нам. И все у нас будет хорошо. Блин, ну я думаю, что Амбал выживет у нас. Не зря его звать Амбал, потому что он очень живучий парень. Есть! Слушай, ну это офигеть, ребята. Кот Биг, имя прям по тебе. Спасибо. А что за Фроги, о котором ты говорил? Он драться умеет? Это мой лучший друг. Драться он не умеет, но он может прыгать и плавать. Ребята, зона разблокирована, 5-я. И у нас новый персонаж. Кто это такой? Смотрим. Это у нас Гам, зеленый герой. Чуф. Нифига себе, на роликах все дела. Так, мятная прохлада, хлоп и учитель граффити. Посмотрим. Наносит 120 физического урона вражеской команде. Ставит метку на цель на 3 хода. Ага, Гам отвечает врага мятной прохладой. Хлоп. Гам распыляет свою фирменную способность на врага. Наносит 133 физического урона. Комбо наносит 67 физического урона целям с метками и удаляет метки. Ага. И последнее это граффити. Гам получает 3% шанса на бонусный критический удар в начале битвы. Так, ну что ж, прокачаем для начала. Так. И смотрим, ребята. Ну, по здоровью мы уже видим, что Гам покруче будет нашего, как говорится, Сэм. Ой, Эми. Блин, я даже не знаю. Нет, ну, можно, ребяточки, наверное, один разочек взять на пробу. Да, Гама? Ну, не понравится, поменяем обратно. Что это такое? Иди отсюда, дедуля. Погоди, не то. Это у нас в достижениях. Забираем. И еще забираем. Так. Ну что, дорогие друзья, наверное, на этом мы с вами будем закругляться. Всем большое спасибо за просмотр. Увидимся с вами в следующей серии и продолжим играть в эту игру. Ну а с вами был Рэй. Всем пока, всем удачи и до новых видосиков.